Лезгинский народ всегда славился своими легендарными сынами: Мухаммад Яракский, Хасан Аль-Кадари, Хаджи Дауд, Ити Меймин, Сулейман Стальский. А сколько славных сынов лезгинского народа сегодня прославляют Дагестан. 11 апреля в 12:00 для лезгинского народа состоится мероприятие в преддверии месяца Рамадан в духовном центре, строящемся по новой трассе Каспийск-Махачкала. Вас ждут незабываемые эмоции, лучшие нашиды, конкурсы для детей, викторины, неожиданные сюрпризы, а также встреча с известными представителями лезгинского народа. Вход свободный. Приглашаем всех.